Ну вот май месяц. И как во многих местах говорят, в огороде пусто, выросла капуста. Но у нас выросла, урожай вырос огромный, мокрицы. Вот она растет, мокрица. И вот сейчас ближе мы покажем, я постараюсь показать поближе. То есть вот так вот. Здесь я вот уже собрал один такой вот букетик. Да? Это мокричка. Значит, полезнейшая травка на огороде. Ничего больше полезного нету, наиболее полезного, чем вот эта мокрица. Вот. Ты расскажи, как она выстилается ковром Она, да, вот и так вот. прилипает друг к дружке, чтобы люди понимали, Да, вот что... она прилипает друг к дружке, и люди понимают, ну, конечно, те, кто понимают, насколько она полезная. То есть, ну, не сам ковер, который тут выстилается, а вот ее можно что делать? Ее можно сушить, чтобы приготовить потом сухую такую, растереть сухую Приправа. приправу и добавлять в любое блюдо, там суп, там мясное, да что угодно, борщ варишь, туда жменьку хлеб. И вот эта трава действует оздоравливающе на организм. И она лекарственная трава. То есть суставы болят, там подагрические проблемы, сердечно-сосудистые проблемы. В общем, нет такой проблемы, на которую бы не затронула в положительном смысле, то есть оздоровительном. Вот эта травка в виде поданной на стол. Это другая травка здесь, вот, ну, ее нужно отсортировать. Вот если мы сделаем из нее салатик, то это будет самое то. И вот я уже снял само видео, как салатик кушаем, да. Ну вот здесь как ее собрать. Нужно помыть. Вот если она там с песком или еще с чем-то. Вот я немножко здесь вот просто соберу букетик, значит, и это пойдет на следующий салат. Помыть хорошо, там отфильтровать другие травки, отсортировать и приготавливаем. Значит, там. А рекомендации по использованию на столе я приложу внизу в видео. Если кому интересно, можете, значит, тоже присоединиться к этому полезному столу. Вот, как скажем, приятного аппетита!